时光雨洒落在你我心里，消失了感情在脸上留守，流年未完山川依旧，夏天终于走到了最后。Яо Нана, Жэнь Сяофэй, Вань Цзюньхун, Ван Яньси. Все старались на этих промежуточных экзаменах. Оценки Фу Сяосы и Лу Джиана все еще лучшие на параллели. Продолжайте в том же духе. Пусть теперь те, кто справился хуже, объяснятся. Я долго об этом думала, но все никак не могу найти причину. Вы все усердно работали, приходили в класс по утрам, чтобы учиться и давать ответы на задания, готовились к экзаменам. Как же ваши баллы могли оказаться настолько шокирующими? Алися! Алися! Что это с ней? Сколько у нее? 77. Все свободны. Алися, пошли во двор. О чем задумалась? Держи колу. А мне? Получишь, когда я смогу смириться с твоим видом. Ешь уже. Лися, ты вчера не пришла на рисование. Не забудь прийти на дополнительные занятия вечером. Я не смогу прийти. Я занята. В следующие два дня будет выставка. Давай сходим, когда у тебя будет время.
Я буду занята надолго. Я наелась, пойду обратно в класс. Алися, пойдешь на занятия в полдень? Что ты творишь? Типовые задания Хуанган. Ты так много пишешь каждый день, ты точно сойдешь с ума. Хватит учиться. Пошли, развеемся. Я не хочу никуда идти. Не хочу идти рисовать. Я просто хочу учиться. Мы не идем рисовать. Мы идем прогуливать. Я не хочу прогуливать. Стойте, я не хочу никуда идти с вами. Урок уже начался. Так уж случилось, это урок нашей классной. Сейчас вернешься, она наорет на тебя и заставит текст переписывать. Или, раз ты уже с нами, можешь веселиться весь полдень. Тебе выбирать. Тот. К черту все. Погнали. Вперед! Постой. Фу Сяосы тут? Эти трое ушли с урока, их не было все утро. Эти трое? Кто? Фу Сяосы, Лу Джиан и Лися? Вашему учителю что, наплевать, где они? А тебе какое дело? Ты Дин Мао? Ци-ци, я пошла за водой. Ой, забыла. Хотя ты и не Дин Мао, но весь класс знает, что ты близка с ним. Вперед! Глядишь, тебе что-нибудь и обломится. Чен Ци-Ци, прекрати этот бред. Кажется, Лися теперь часто зависает с Фу Сяосы. Они вместе рисуют, вместе едят и даже домашку вместе делают. Они когда-нибудь тебя с собой звали? Мне плевать, как сильно тебе не нравится Лися. Она уже подружилась с Лу Джианом и Фу Сяосы. И вот что я тебе скажу. Твоя ревность никак не сможет помешать их маленькому мирку. Чен Ци-Ци, тебе в голову не приходило, раз уж вы в таких хороших отношениях, что же они тебя не прихватили с собой? Твоя ревность никак не сможет помешать их маленькому мирку. Круто же! Мы уже 5 раз катались. Достаточно. Ты в порядке? Ну а что делать? Я же промокла. Ближе всего твой дом. Почему бы не зайти? Точно. Можно даже попробовать мамину стряпню. Пошли. Нет. Почему? Моя мама не кусается. Пошли. Быстрее, а то простудишься. Народ, не хотите имбирной колы? Что за имбирная кола? Никогда раньше не пробовала, хорошо согревает. И мне одну бутылочку оставьте, чтобы я получил толчок свежести. Сяосы, Сяосы, ты вернулся? Это с ними? Ты прогуливал уроки. Здравствуйте, тетушка. Мама, это моя одноклассница Лися. Мы дружим втроем. Также у нее высокие отметки. Здравствуйте. Здравствуй. У тебя так холодно. Сяосы,
Иди с Джаном в комнату и переоденьтесь. Не простудитесь. Идите. Лися, иди за мной в мою комнату. Я дам тебе сменную одежду. Спасибо. Пошли. У тебя вся одежда либо черная, либо белая. Других цветов не знаешь, что ли? Там серого разве нет? Тебе нужно носить яркие цвета. Красный, синий или розовый. А сам чего в радуге не разгуливаешь? И как вышло, что у тебя нет ни одной шляпы? Ну я же не ты. Я в школу на уроки хожу, а не на показ мод. Зачем наряжаться-то? Тебе не понять. Интересно, как там Лися? Точно. Лися, я прежде не слышала о тебе от Сяосы. Где живет твоя семья? Округ Ши. Школа Тяньчуань довольно далеко. Чем занимается твой отец? Мой отец уже умер. Так, твоя мама сама оплачивает твое обучение? Надень это. Она кашемировая и теплая. Вот так. Спасибо, тетя. Должно быть, твоей маме сложно самой платить за твое обучение. Тетя, это Сяосы в детстве? Такой лапочка. Мы сделали эти фотографии, когда он получал награды. Сяосы хороший ребенок. Я горжусь им. И возлагаю большие надежды на него. У него большие возможности. В будущем он поедет за границу. Лися, я знаю, что это Луджиан мог подговорить вас прогулять уроки. Сяосы трудно не поддаваться на его дурное влияние. Но вы все еще школьники. Это решающее время. Я надеюсь, что Сяосы и вы все сможете сконцентрироваться на учебе и не влиять плохо друг на друга. Вы сможете это понять. У тебя мокрые волосы. Можешь воспользоваться феном, чтобы высушить их. Джиан и Яньчжэнь частые гости у нас, так что я не обращаю на них большого внимания. Лися, ты тоже, не стесняйся. Давайте, кушайте. Кушайте. Алися, попробуй свиные ребрышки. Они вкусные. Тетушка обещала научить меня готовить. После того, как я научусь, мне и Сяосы не придется беспокоиться, когда мы уедем за границу. Никто не может быть уверен насчет будущего, так ведь? Да. Поговорим об этом позже. На самом деле будет замечательно, если вы научитесь готовить.
Даже если не поедете за границу, будете знать, как позаботиться о себе. А мне не придется волноваться. Лися, попробуй ребрышки, они совсем неплохи. Спасибо, тетушка. Тетушка сказала, что ты должен проводить меня до дома. Хорошо. Тогда я пойду с Лися. Пошли. Увидимся завтра. Много лет спустя мы, может, поймем, что момент нашей встречи не был идеальным. Но когда мы оглянулись назад, случилось так, что мы пропустили прекрасное появление другого человека. Лосюй! Тут! Ты что-то не то утром съел? Нет, мисс. Хочешь для разминки встать и прочитать текст? Нет, спасибо, мисс. Вы закончили с разговорами? Теперь я могу говорить? Уже больше половины семестра за плечами. Уверена, вы уже друг друга запомнили. Теперь мы выберем двух старост, которые будут помогать мне с делами класса. Я выберу старосту, а вы выберете его заместителя. Итак, староста, которого я выбираю... Не меня, не меня. Фу Сяосы. Ура! Мои поздравления, слуга народа. Заместителя старосты определим анонимным голосованием. Конечно, если кто-то проявит особое желание, возражать я не буду. Правда, я надеюсь, что помощницей старосты станет девочка. Лися. Ужуй. Лися. Лися, а ты популярна. Конечно. Это потому, что Лися хорошо со всеми ладит. Ничего удивительного, если она станет помощницей старосты. Поздравляем Лися с избранием на роль помощника старосты. Старосты, встаньте, пожалуйста. Я надеюсь, что Лися и Сяосы в своих ролях станут достойным примером для подражания своих одноклассников. Привет, Луджан. О, боже, ты меня напугала. Что такое? Где Лися и Фу Сяосы? Они теперь старосты в учительской. Правда? Их выбрали? Да, теперь нас не будут отмечать, когда мы будем прогуливать. Держи колу. Спасибо. Вы трое прогуляли вчера уроки? Да. Луджан, если вы снова соберетесь куда-нибудь, позовите и меня, пожалуйста. Потому что я тоже часть вашей группы. Без проблем. Не волнуйся. Я отведу тебя в одно веселое место. Тебе точно понравится. Куда? Узнаешь, когда придем. Пошли. Почему ты такая загадочная? Где ключ нашла? Вот это важнее, садись. Зачем ты привела меня сюда? Я видела твое имя в списке желающих быть в музыкальной группе на фестивале. Ты записался на музыкальные инструменты? А я на пение.
Так что теперь мы можем практиковаться вместе. Ты будешь играть, а я петь. Так вот в чем дело. А у тебя хороший вкус. Только не говори никому, ладно? Особенно Лися. Почему? Это секрет? Не совсем. Просто хочу оставить это в тайне. Это несложно. Я не скажу. Отлично. Договорились. Хорошо. Это будет нашим соглашением. Я стану звездой фестиваля искусств. Это любимая песня Лися. Когда появится шанс, я ее сыграю. А какие еще песни любит Лися? Скажи мне, я выучу. Луджиан! Я прямо перед тобой. А ты продолжаешь говорить о Лися. Очевидно, что вы с ней лучшие друзья, чем со мной. Нет-нет. Мы все друзья. Кстати говоря, ты не думаешь, что Лися какая-то странная сегодня? Во время ланча в столовке мы увидели тебя с Сяо Сы и собирались сесть с вами. Но Лися куда-то меня утащила. Когда мы после школы пошли ко мне, она сказала, что подежурит за меня. Я думала, вы опять ее обидели, и она вас избегает. Теперь, похоже, причина не в этом. Ну да ладно. Давай продолжим. Хорошо. Приготовься. Фу Сяо Сы, Суинын хочет со мной встретиться, я не пойду на рисование. Тогда тебе надо больше заниматься на следующей неделе. На следующей неделе мы с Ци Ци собирались в город, я снова не приду. Мне пора идти. Как вышло, что я забыл взять. Алися? Алися? Разве ты не пошла к Суинын? Как ты оказалась в этом классе? Планы изменились, и я дежурю вместо Ци Ци. Почему? Ты не пошла в студию? Больше рисовать не хочешь? Почему они в нашем кабинете? Эй! Эй! Что ты творишь? Почему ты такая противоречивая? Ты постоянно находишь отмазки. Так больше не может продолжаться. Фу Сяо Сы, надеюсь, ты поймешь. Мы с тобой разные. То, что для тебя просто, для меня — это испытание. Какое еще испытание? Это все твои оправдания. Если хочешь учиться рисованию, надо продолжать. Алися, ты правда хочешь бросить рисование? Я устала. Я не воспринимаю его. Больше не хочу учиться. Часто мы лучше соврем, чем скажем правду.
Сердца молодых такие же мягкие, как улитки после дождя, сжимающиеся от прикосновения, и в конце остаются лишь панцири. Фу Сяосы, мне жаль. Лучшее, что можно сделать, это держаться от тебя подальше. Не знал, что ты так просто сдашься. Я в тебе разочарован. Ты в порядке? Ты на взводе сегодня. Фу Сяосы и Лися, мистер Ло зовет вас в учительскую. Извините. Заходите. Знаете, зачем я вас позвал сюда? Нет. Оценки вашей параллели по химии стали довольно ужасными. Если так пойдет и дальше, то не получится поступить в ведущий вуз. Это неприемлемо, знаете ли. Как старосты, вы же знаете, что надо делать. Это лист для тех, кто хочет записаться на дополнительные уроки. Возвращайтесь и попытайтесь заинтересовать ваших одноклассников в посещении моих занятий. Когда они пойдут на занятия, оценки улучшатся. А вы сделаете свой вклад в развитие класса. Дополнительные уроки входят в ваши обязанности или это за деньги? Учить на уроках – моя обязанность. Когда я трачу время на дополнительные занятия, я же должен получать что-то взамен. Это плата за мои старания. Я понимаю. Если больше ничего, я пошел. Не забудьте поговорить с одноклассниками. Когда я приду в класс, надеюсь увидеть на листе имена большей части класса. Лися, постой. Лися... Ты допустила много ошибок на экзамене. Посмотри, ты едва перевалила порог. Ты не знаешь даже основ. Почему? Потому что ты не берешь дополнительные уроки. Погляди, чем все закончилось. А теперь взгляни на тех, кто эти уроки брал. Они стали намного лучше. Лися, если хочешь попасть в престижный вуз, нельзя сосредотачиваться только на нескольких предметах. Ты можешь идти. До свидания. Ученики, это лист записи на занятия. Если хотите получить дополнительные уроки по химии, впишитесь. Разве это не просто для сбора денег? Я не буду записываться. И я не буду. Как и я. Я не буду. Я не буду. И я не буду. Я не буду. И я не буду. Тихо! Почему бы вам не задуматься об этом? Я тяжело работаю, чтобы давать вам эти уроки. Разве это не для вашего же блага? У вашего класса самые худшие оценки. Нет никого, кроме вас. Учитель, если вы так заботитесь о нас, фокусируйтесь на занятиях, а не на доп-уроках. Точно. Точно, да. Луджан, встань. Учитель, мне не нужны доп. Занятия. Луджан, я знаю, какие у тебя оценки. А об одноклассниках ты подумал, что их ждет в будущем?
Если они не попадут в хороший университет, то возьмешь ответственность за их жизни? На завтрашнем экзамене по химии все, кто наберут меньше 80, пойдут на доп. Уроки. 80 баллов? Если кто возражает, пусть поднимет руку. Очевидно, что это нечестный экзамен. Он сам составляет вопросы. Разве ему не просто заставить нас набрать меньше 80? Он просто спросит то, что мы не знаем. О нет, дела идут не в нашу пользу. Это точно. Похоже, нас заставляют ходить на дополнительные занятия. Сколько еды можно купить на эти деньги? Лися, что нам делать? Лися, помоги! Придумай что-нибудь, ты же староста. Я что-нибудь придумаю. Как жаль, что у нас один учитель химии. И вам сказали ходить на дополнительные уроки? Конечно. Разве кто-то не в курсе, что он делает это ради денег? И эти примеры учеников, улучшивших свои оценки, они ведь не на самом деле стали лучше. Ясно, как белый день, что он подсказывал им. Он точно сделает завтрашний экзамен суперсложным. У нас не получится набрать больше 80 баллов. Наш класс тоже не в лучшем положении. О боги, подкиньте мне идейку. Почему мы не можем просто украсть экзамен? Если все наберут больше 80, у него не будет причины оставлять нас на доп. Занятия. Украсть у него вопросы? Ни за что. А я говорю да, на то мы порешим. Нет. Что мы решили? Дайте мне подумать. Что может быть лучше кражи заданий? Дайте подумать. Учительская. Прошу прощения. Заходи. То есть Лися предлагает пойти к учителю. А это сработает? Вряд ли. Навозное жукло и учитель должно быть заодно. Кто? Учитель химии. Я ему кликуху придумал. Луджиан, ты такой талантливый. Мисс Вэньчжэнь, я хочу кое-что сказать. Говори. Мистер Ло заставляет учеников, которые наберут меньше 80 баллов, идти на дополнительные занятия. Все ученики против. Надеюсь, вы нам поможете. У каждого учителя свой способ преподавания. Мистер Ло имеет свои причины. У меня нет права вмешиваться. Тем более учиться – это обязанность учеников. У них должны быть хорошие оценки. Но он берет деньги за свои занятия. Тогда потрудитесь набрать больше 80 баллов. Что-то еще? Не забудь закрыть дверь, когда будешь уходить. До свидания, учитель. Ну что? Судя по ситуации, белолицый и навозный жукло явно заодно. Нам остается только украсть этот экзамен. Если это единственный выход, тогда я в деле. Правда? Супер! Мы с Луджианом уже все придумали. Значит, сделаем сегодня вечером. Почему бы нам не позвать Фу Сяосы? Ты думаешь, он придет? Не волнуйтесь, я приведу. Встречаемся здесь в 10 вечера. Быстрее.
Почему ты один? Где Фусяусы? Дон болван, он даже назвал меня незрелым. Забудьте, он не придет. Давайте подготовимся. Смотри, что мы принесли. Как тебе? Мы же не банк грабить идем. Зачем ты чулки принесла? Так в фильмах делают. В фильме «Король обезьян» есть 72 трансформации. Что ж ты ни в кого не превратилась? Луджан, ты издеваешься? Хватит, хватит. Что теперь будем делать? Как насчет такого? Мы с Цицей пойдем внутрь и скопируем экзамен, а ты постоишь на стреме. Кто пойдет, мяукай как кошечка. Я не подведу. Тогда вперед. За дело. Проверь тут. Там что-нибудь есть? Нет, навозный жукло наверняка спрятал его. Ищи дальше. Я нашел. Нашел? Быстрее копируй вопросы. Вот. Еще не закончил? Осталось два вопроса. Почти. Это... Кто здесь? Кто это? В каком ты классе? Выходи! Бежим! Стоять! Тихо! Спасибо. Хорошо, что ты пришел вовремя. Иначе меня бы сейчас отчитывали в учительской. Не за что. Довольно приятно спасать тебя.
Алися, ты больше не будешь рисовать вместе со мной? Если у тебя какие-то проблемы, мы с Луджианом поможем тебе. На самом деле, вообще-то... Он ушел. Ты в порядке? Так высоко. Цици, прыгай. Нет, тут так высоко. Я умру, если спрыгну. Не волнуйся, я поймаю тебя. Луджиан, тебе лучше меня поймать. Если не поймаешь, мой призрак будет тебя преследовать. Я стану твоей мягкой подушечкой. Прыгай давай, на счет один. Три, два, один. Спасибо, подушечка. Я все еще жива. Я не умерла, я все еще жива. Офигеть. Ничего, я же мужчина. Впечатляет. Лися. Сяосы. Разве ты не сказал, что не придешь? Я беспокоился о вас. Да, конечно. Как все прошло? План сработал? Конечно, сработал. Мы скопировали все вопросы. Мы их переписали. Я сделаю тестовые задания, а на тебе письменные. В честь чего? Никаких «но», сделай. Тогда это на вас. Пошли. Just想让你怀疑
Эй.